Друзья, привет! У нас утро. Очень часто стали спрашивать, где Алиса, куда пропала Алиса. Скучаю по Алисе. В общем, в этом видео решил немножко рассказать, куда она у нас делась, почему нет ее в видео. В общем, так получилось, ну, как многие знают, что мы вязали ее. Ром, вперед пошли. Что мы ее вязали. Хотели щенков. Потом были двух врачей, и они нам сказали, что Алиска, к сожалению, не беременная. Ну, я всю эту информацию, так сказать, взвесил. Посчитал, что, скорее всего, она не сможет иметь щенков. Поэтому пришлось... Да ничего не пришлось. Все с ней хорошо. Вон она гуляет. Алиса, иди покажись. А то по тебе соскучились. Вот она, красотка. В общем, что хотелось бы сказать. У Алиски почему-то начал надуваться живот. Причем так очень активненько. Сегодня получается 47-й день после вязки. Вот такой вот у нас пузян. Но чтобы было понятнее, то раньше он у нее шел вот так. А теперь вот такой пузяка. Титьки тоже начали наливаться потихоньку, молочные железы. И животик начал расти. Да, Лисочка моя красавица? Никакие витамины я ей не переставал давать. То есть относился до сегодняшнего дня как к беременной. Кормил витаминками. Причем сейчас она начала есть почти в два раза больше, чем до этого кушала. А до этого она, ну, до 30 дней где-то она почти вообще ничего не кушала. Вот как только я заметил первый день, что у нее начал расти животик, прям вот... Но это где-то примерно на 40-й день произошло. Ну, я заметил, на 40-й день. Вот с этого дня она начала очень сильно кушать. Сейчас вот я ее кормлю 3 раза в день, получается. Она очень много, короче, не ходит. Постоянно хочет где-то прилечь. Постоянно лежит в будке. С Роном не играет вообще. То есть дошло до того, что он даже уже к ней просто не подходит. То есть она его как-то там начала отгонять некоторое время назад, сейчас он к ней вообще просто не подходит. В общем, вот такие вот у нас новости. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот она, вот устала, прилечь, полежать. А Рону нет, Рон бегает. Ему вот пуллер он ждет, когда я ему начну кидать. Вот такое вот здесь поле. С уклоном вниз. Сейчас будет бегать. Насчет врачей, что сказать, я не знаю. Был в двух разных клиниках. Но это мелкие частные клиники, которые, скорее всего, эти же врачи сами себе и открыли. Поэтому я не знаю... Почему так получилось, что двое врачей сказали, что она не беременная? Как они смотрели вообще? И почему так произошло? Я в этом не разбираюсь. Моя красавица. Ну, живот явно начал расти. Это не ложная беременность, потому что при ложной беременности только сиськи начинают увеличиваться. А у нее именно живот прям начал расти. Но живот не сильно большой, как мне кажется. Поэтому я думаю, что там не очень много щенков. Ну, гадать тоже не будем. Короче, посмотрим, что будет. Надеюсь, что все будет хорошо. А вот там, короче, какой-то голый мужик стоит. Офигеть, а я его не заметил. Так, ну вот такие вот у нас новости, такие у нас дела. Вот она лежит, отдыхает. Пузяка. А этот ушастый балбес
играть хочет. Сейчас поиграем с ним немножко. Вот он, этот бешеный взгляд. Срочно ему пуллер надо. Готов? Оп. Пошел. Эту привязал. Она потому что тоже хочет бежать за пуллером. Ей тоже надо срочно. Давай. Давай, давай. Молодец, хорошо. Оп. Пуллер с горки далеко катится. Далеко ему приходится бегать. Давай. Хорошо, молодец. Хорошо. Оп. Конь. Молодец, хорошо. Хорошо, лежит. Молодец, хорошо. Сидеть. Хорошо. Стоять. Молодец, хорошо. Оп. Грустишь? Не нравится ей, что привязана она. Давай. Молодец, хорошо. Алис, ну тебе нельзя. У тебя вон какой пузян торчит. Вон пузян висит, торчит. Чё ты уши сложила? Пошёл, пошёл. Пыль столбом. Ну не скули, Алиса. Ой, молодец, хорошо. Сидеть. Нет, Рон, сидеть. Дай лапку. Нет, сидеть. Рон, сидеть. Дай лапку. Хорошо, дай другую. Молодец. Хорошо. Играть можно только утром, потому что у нас жарище до сих пор стоит вообще невозможное. И то утром даже сейчас уже жарко. Молодец, хорошо лежит. Но еще хоть как-то более-менее можно с водичкой. Да, Роня? Ну, красавчик. Оп. Пошел, пошел. Топает как конь, а звук от него как от коня. Он сидит, развалилась. Давай, Роня, крутись. Хорошо, молодец, вертись. Молодец. Оп. Алис. Чё села, как алкоголичка какая-то? Ляг, отдохни, полежи. Давай, 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 давай. Хорошо, лежать. Молодец, стоять. Хорошо. Сидеть. Молодец. Вот, молодец. Давай, 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 быстрей, быстрей, давай. Хорошо. Так, ну ладно, сейчас еще ему немного покидаю. И будем, наверное, уже домой собираться. Да, Роня? Лежать. Молодец. Thank you.
общем, мы навернули пару кружков вокруг полей. Сейчас уже направляемся в сторону дома, на выход. Что еще сказать? Хочу сказать, что у меня уже был момент, ну, время, когда я разуверился в том, что она беременная. То есть я уже вообще ничего не ждал прям. Там какое-то время даже расстроенный был, потом уже отошел. И когда начал расти живот, у меня такая радость была. Короче, мне кажется, что это даже радость была больше, чем если бы я узнал на УЗИ, что она беременная. Потому что когда начал расти живот, и я пощупал такой, ощутил, что живот вырос. Блин, это, конечно, было что-то с чем-то. Я еще перепроверил, спросил у отца. Говорю, пап, посмотри, точно что ли, или мне кажется? Он говорит, да-да, говорит, бока начали, говорит, расти. То есть у них же, ну, как я понимаю, не вниз живот растет, а сначала бока расширяются, а потом вниз все это там в какой-то период опускается, и становится живот висячий уже. Короче, невероятные эмоции я испытал, когда все это почувствовал. Это, конечно, было очень приятно. Ну, а вы напишите, что вы думаете по этому поводу, потому что я не знаю, может быть, я вообще все это сам себе надумал, может быть, мне это все кажется. Подскажите, что вы видите, и напишите. А я посмотрю в комментарии, почитаю. Ронь, ты что там заблудился в траве? Ну, весь в пуху теперь. Так что вот такие вот пироги. Ну все, всем пока. Мы пошли домой. Всем спасибо за просмотр. Алиска, иди сюда. Иди, сидеть. Алиска, сидеть. Скажи пока. Скажи. Молодец, пошли вперед. Молодец, умничка.